Всем привет, мои хорошие. У меня здесь вот такая огромная посылище. Ох, много-много всего пришло. И жду я еще одну огромную мега-посылищу из одного заказа. Но там еще пока долго ждать, к сожалению. Но тоже будет мега-огромная коробка. Так, аккуратно разрезать. Так. Обычно я разрезаю заранее, но тут уже будете присутствовать при всем-всем процессе. Так. И вот он мой ларчик с кучей-кучей орхидей. Ой, я такая довольная. Конечно, супер. Так. Осторожненько вынимаем. И я думаю, коробка нам уже не понадобится. Мы ее сейчас аккуратненько уберем. Оп. Ничего не задеть, никого не перекинуть. Так. И теперь давайте. Тут утеплитель. Чтобы он нам не мешал. Так, коробку далеко не убираем. Будем сюда складывать газетки. Так. Ну что, поехали. А сразу скажу, здесь фаленопсисы. Мои маленькие, миленькие, любименькие фаленопсисики. Их тут очень много. Прям вот с чего начать, Начнем с такого маленького. А здесь в основном будут природные. А вернее, видовые. Так. Разные. Так. Мне кое-кто написал в приват. Юля, ты так по-варварски их открываешь. Я не по-варварски их открываю, просто я уже привыкла, и я знаю, что кто способен выдержать. Итак, тут мы сразу видим, это Тетраспис кофе сип. Вот такой малыш. Заказывался он в размере 1,5, в большем размере не было. Но очень классные, очень интересные цветы. И так как у меня есть много уже взрослых, цветущих и цвевших, то я решила взять малыша, которому до цветения, конечно, еще расти и расти. Но я подожду. У меня есть чем радовать глаз. Так, единственный минус, я почему-то на эмоциях заранее не взяла лоточек, в который я обычно всех составляю. Но уже вставать, идти за ним не буду. Чуть надрежу скотч. Так, размеры тут разные, и 1,7, и 2,5. И разные фаленопсисы в плане вообще их размеров, потому что здесь есть те, которые... А во взрослом возрасте так, такие, как некоторые, в размере сеянцев идут. Так. Убираем лишнее. И так, аккуратненько. Оп. Красавчик. Посмотрите, какая прелесть. И это такая вот Виолоцея Альба Сип. Ой, что-то прилипло. Уже с соседом. Тоже в мху. Вот такая малышка. Тоже знала, что малышка. Для меня это не секрет. Тоже буду растить. Захотелось мне немножко, почему-то вот захотелось мне детского сада. Вообще фласки очень хотела. Но пока по фласкам не ясно. Беру себе малышню детский сад. Чуть поращу. Вот такая миниатюрная прелесть. Симпатяга. А, кстати, огромный плюс. Большое спасибо вот девочкам, кто этот заказ привозил. Они, в отличие от многих других магазинов, где тоже хорошее качество, которые возят то же самое, но эти девочки вставляют бирки. Если вы заметили,
Обычно к нам приезжают вот с такой наклеечкой, и все. Девчонки вставляют бирку и сами ее подписывают. И ты не мучаешься. Вот, собственно, найти бирку, подписать, чтобы все было правильно. За это огромное спасибо. И, как всегда, ссылочка внизу в описании на магазин. Магазин я для себя открыла недавно, потому что мой любимый магазин, к сожалению, Ники не возит. И я для себя открыла вот этот. Так, и беру у них Ники. Вот такая штучка. Это Вандастилус Тайвань. Ух, там что-то дальше не прочитаю. Признаюсь честно, я не помню, чтобы я это заказывала, поэтому я напишу девочкам, что, может, мне положили что-то лишнее. Пока я отставлю. Но очень, слушайте, симпатичная штучка, там такие как корни хорошие. Я знаю, что я хотела что-то подобных, но я, честно говоря, не помню, чтобы я заказывала, поэтому я девчонкам напишу. Потому что, возможно, просто случайно ко мне попало. Так, я честно признаюсь, я не всегда точно помню, что где я назаказывала. У меня обычно это все записано. Поэтому вот когда я снимаю, я могу не помнить растений, но потом я иду, смотрю и нахожу. Так, это вот шикарная иероглифика. Уже вот такая и большая, и с цветоносом, и даже с бутончиком. Корни, кстати, хорошие. Вот они растущие. Мох, видите, тоже сухой, хороший. Ой, не попадаю. Очень классная штучка, я довольна. Так. Распаковываем дальше. Я не знаю, многим, конечно, нравится, когда уже все распаковано и просто показывают. Другим нравится, когда распаковываем все вместе, но вот у меня так эмоций больше и как-то, не знаю, мне вот так нравится такое ожидание совместное. Ой, ну красота. Так. Филиппинэнсис на себя. Вот такое чудо. Посмотрите на эти листочки. Он прелестный, филиппинэнсис. Красавчик тоже. Вот эти растущие корешки, запаковано хорошо, корешок целый. Все нормально, ничего не сломалось. Тоже сухой мох. Хорошие корешочки. Все супер. Листочки супер, буду растить. Так, едем дальше. Едем, едем, едем дальше. Так. Открываем. А я вот не знаю, а вы, например, вы всегда помните, что у вас там в заказах? Потому что я заказываю сразу в нескольких разных, да, заказах. Хотя магазинов, в которых я заказываю, всего ничего. Но я потом, честно говоря, я помню, что вот это я заказала, но вот где точно, не всегда я помню, потому что просматриваю еще кучу прайсов, где куча всего мелькает, и много одинаковых позиций, которые одну заказал там, другую здесь, и да, я не всегда помню. Ой, вот это моя хотелка, Мари. Мари сама на себя. Тоже очень интересный природный фаленопсис. Очень нежный, очень красивый. Классные листья. Кстати, хочу сказать, мох сухой, корни хорошие, не гнилые. Есть у каждого в горшочке, увидела, растущие. И листья хорошие, не подвявшие. То есть, ну, хорошее качество, молодцы. Вот многие на Мики слышала, очень много наговаривали. Но, честно скажу, вот сейчас рассматриваю, то... Ну, неплохо, это уже далеко не первый заказ от Мики у меня. И, ну, все-таки Мики хорош. Все не так плохо и печально, как многие рассказывают. И вот эти вот рассказы, что у них все растения вирусные. Ну, не знаю. Я не заметила. Возможно, если бы у меня, я была бы там крупной теплицей, заказывала тысячами, то, возможно бы, да, я бы увидела что-то вирусное. Но вот пока у меня, к счастью, без этих приключений. О, это шикарная орха.
Это фаленопсис канцлери. Извините, если я сейчас не очень правильно произношу название. Я как-то привыкла так называть, больше на английский манер, не латиницей. Но я стараюсь переучиваться. Это тоже видовой. Он небольшой, он очень компактный, миниатюрный. Вот это, собственно, видно. Хорошие тоже корешочки. Тоже вот есть растущие кончики. Корней много в этом горшочке. Он обалденный. Ой, какая я такая счастливая! Только бы не начать петь, а то у меня слуха нет. Так. Ой. Так, ну пошли, все, пошли. Все мелкое я распаковала, пошли здоровяки. Так. Вот такое чудо. И что у нас тут сейчас? Ох, смотрите уже, какие листья. Ох, аж дыхание перехватило. Такие листья шикарные, много. Тут вот цветонос у нас. И второй цветонос. Ёшкин матрёшки. Это виноза CH. Я её хотела. Я хотела винозу. Ну, я хочу все видовые фаленопсисы сейчас у себя собрать. У меня многие были, но вот теперь хочу прям коллекцию видовых фаленопсисов. И вот, опять же, я много раз говорю, мне это скучно просто заказать винозу. Мне хочется эдакую какую-нибудь. И вот такая вариация. Виноза CH. Да, есть вот, видно, старенькие корешки, которые уже вот веломен неработоспособный, но это не страшно. Вот новый растущий молодой корешок. И вот растущий, то есть там корешки есть. Все отлично, все будет работать. Вот тут немножко сломался корешок, это не страшно. Но куртина хорошая, листья в тургоре все, даже самые нижние. Все отлично. Корневой там достаточно. Боже, какая прелесть и как приятно. Просто слоник. Я, честно говоря, не ожидала, вот, что виноза будет такой большой, а тем более как бы в покупке, в продаже. О-о-о, я тут прям о-о-о. Так. Оп. Так. Смотрим, кто у нас здесь. Ой, какие красивые листья. Так. Тут я не удержалась, мне очень-очень захотелось. У меня когда-то была эта красотка. Это гибрид Yaha Spin Girl. Да? Очень красивый, у него листья красивые. Так, тут хоть и подсветка есть, все равно не видно. Они идут в такой вот вишневый краб, который при очень ярком освещении прям сливается в однотонный вишневый цвет. Вот такая прелесть. С растущими корнями, тоже растущие. Все-все супер. И вот тут даже цветоносик. Наведись-ка, пожалуйста, камера не на ножичек, а на цветоносичек. Не хочет наводиться. Сегодня пасмурный день. И хоть вот с досветкой, но чего-то оно у меня сегодня балуется. Наглец, балуется. Так что да, вот, я тоже люблю. Есть гибриды, конечно, которые я очень люблю, и они не первичные. И первичные, и не первичные, потому что, ну, знаете, многие говорят, ну, ты выбираешь там только видовые, вот тебе нравятся только видовые, ты выпендрежница. Нет, мне на самом деле нравятся и многие гибриды. Но уж так сложилось, что да, мне нравятся в основном видовые, нравятся первичные гибриды. Но все равно у меня разные вкусы. И мне не так важна бирка, как важно, чтобы понравился цветок. То есть я не пойду покупать что-то модное. Или то, что вот у всех есть и мне надо. Или вот на это сейчас бум. Или когда какой-то очень модный, за которым все следят и повторяют. Архаман написал что-то там шедевральный кто-то. И мне срочно понадобилось купить. Я таким не страдаю. Мне вот надо, чтобы мне нравился цветок. Поэтому на самом деле нравится мне всякое очень разное. Есть свои предпочтения. Кстати, заметили, я только что снимала картонку, мне тут так закрепили цветонос. Ой, девчонки и мальчишки, а также их родители. Вот такой обалденный, ничего не сломалось. Все супер. Тетраспис грин. Бирочка там миковская. Такие у него растущие
корешочки. Что-то я больше смотрела на орхидеи, чем на камеру свою. То, конечно, да, светом я недовольна. Вот если я сейчас включу лампы, они вот так вот будут неприятно мигать, поэтому я их включать не буду. Пока уже хорошие большие бутоны. Ну что ж, посмотрим. Растение классное, плотное, пластиковое. Сил процвести, я думаю, у него хватит. Если не хватит, то он благополучно все отсушит. В общем, сам решит, что ему нужно. Так, вот такая прелесть. И, о, тут тоже такая картоночка. Тут я чувствую, тут тоже, значит, цветоносище. Сейчас покажу. Да, вот такой, видите, длинный товарищ. Так, сейчас мы аккуратненько тут отрежем. И с этой стороны тоже отрежем. Проведем операцию по вскрытию цветоноса. Так, как бы тут его... А! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, отрезать, чтобы ничего нигде не загубить. Ой, шикарно. Шикарно. Так, убираем. Шикарно. Все супер. Бутоны хорошие. Вот по поводу того, многие жалуются, что девочки, если у вас с бутонами, мы вам отправляем, они 100% отвалятся, надо уметь паковать. Потому что вот у тех поставщиков, у которых я беру, не знаю, у меня всегда все бутоны доходят. А, растения, конечно, живые. Это может быть стресс, все может осыпаться, все. Но в плане отломанных цветоносов, то тут, конечно, надо уметь паковать. Ой, я выняла уже из горшочка. Вон он, горшочек. Вот такая прелесть. Ну, зато корни лучше рассмотрим. Сухой, старый сухой лист. Хорошая корневая. Совсем сухой-сухой. Смотрите, корешочки с красненьким. Интересные. Красивые ребята. И это... Интермедия Orange. У меня не очень приятные были приключения с интермедиями. Вот, у меня есть одна небольшого размера интермедия. Мне очень захотелось большую. И вот я купила большую. Я очень-очень довольна. Я прям счастлива тут сижу. Аж пою. В душе. Потому что, да, слуха нет. Лучше в голос не петь. Только в душе. Только для ценителей. Ну вот. Посылка, я очень-очень довольна, так я положу, потому что он падает в этом горшке, чтобы он ничего не сломал. Классные фаленопсисы, много радости, полные штаны. Теперь это все надо будет аккуратненько опрыскать, потихонечку отмочить, потом аккуратно вынять из мха и посадить. Это лично, конечно, мой опыт. Я пересаживаю, ну вот... Не люблю я мох, он сильно сбивает мне мой график полива и мое представление о том, как вообще надо поливать. Поэтому я пересаживаю в кору и делаю я так уже очень много лет. Ой, так это я задумалась, сколько лет я так делаю, уже получается лет 9. Ну ладно, давайте скидку возьмем вначале, нет, лет 8. И у меня результаты хорошие. Но я понимаю тех, кто не пересаживает, у кого результаты после пересадки плохие, тут... Все зависит от того, насколько вы понимаете субстрат, насколько вы понимаете орхидею, насколько у вас в чем есть опыт и под что у вас заточены условия. Поэтому каждому свое. На этом буду заканчивать. Большое всем спасибо за просмотр. Я думаю, вам понравилось. Я думаю, вам поможет это определиться с тем, стоит ли заказывать у Мики, и определиться с тем, а стоит ли заказывать у того продавца, у которого вот я взяла. Если у вас есть какие-то сомнения, вот вы можете посмотреть и увидеть вживую, что и как приходит, скажем так, практически в реальном времени. Все, на этом совсем все. Очень длинное получилось видео. Спасибо всем, кто досматривает до конца. В инфобоксе внизу, вот там вот внизу всегда очень много ссылочек. Смотрите, переходите, там есть ссылки на мои соцсети. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями и в группах. На этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.